География участников летнего чемпионата по автомногоборью 2014 года обширна. На торжественном построении команды из Москвы, Самары, Павловска, Саратова, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону и Ейска. Здесь собрались дети, которые значительно выше мастерством остальных, с которыми они занимаются. Так что разрешите вам, дорогие друзья, пожелать успехов, пожелать побед и пожелать в будущем, чтобы ваша жизнь всегда тем или иным образом была связана с автомобилем. На мини-автодроме, расположенном на Ейской косе, демонстрировали мастерство 8 команд, вошедшим в их состав юношам и девушкам от 14 до 18 лет. Все они воспитанники специализированных секций при автошколах. Ейский район на соревнованиях представляла команда секции юношеского автомногоборья местного отделения ДОСААФ России. Представительница этого коллектива, 17-летняя Александра Токаренко, занимается в автошколе на Московской уже более 3 лет и уже второй сезон отстаивает честь своего клуба на соревнованиях. Занимаюсь в секции юношеского автомногоборья. Мы там решаем билеты, водим на автодроме. У нас очень хороший тренер. Выступаю уже второй год. Очень нравится этим заниматься. Приобщая юных к изучению правил и обучению вождению, в первую очередь заботимся об их безопасном будущем, подчеркивают организаторы мероприятия. Это тот вклад, который юношеская ассоциация автомобильных школ делает в подготовку безопасных водителей и общий процесс повышения безопасности дорожного движения в России. В течение 2 дней юные автомобилисты соперничали в демонстрации знаний правил дорожного движения и умения управлять автомобилем. Задания не были легкими. Они включали в себя фигурное вождение и командные эстафеты. Итогом чемпионата стала церемония награждения победителей. В их число вошли команды Саратова, Ростова и Перми. Ейчане 7-е. В номинации «Автоледи» представительница нашего города на 4-м месте.